Да. Ты уже отошел в мир иной. Убийца. Сегодня утром я встретил трех человек с головой какого-то бедолаги на копье. Из-за мундира они сочли меня дворянином и потребовали, чтобы я закричал «Да здравствует республика!», доказал верность нации. Похоже, раздача трехцветных кокард осталась в прошлом. И что вы? Я закричал, разумеется. Вы принципиальны. Жизнь куда ценнее гордости. Но... так оно всегда и бывает, когда в правительстве сидят голодные безумцы, а армии начинают командовать кровожадные дикари. Руй. Я хотел отправить его в дальний гарнизон, но, похоже, у капитана весьма серьезные покровители. Он под защитой. Но вы знаете, где его найти. В казармах болтают, что он с отрядом своих дружков собирался заглянуть в большой шатле после обеда. Если с ним что-то случится, мало кому станет хуже. Точно не моей карьере. Что ж, упражняйтесь в красноречии. Не дергайтесь! Ну же, живей! Где комендант? Без резких движений. Эй, тебе же хуже будет. Глядеть в оба. Бенни! Без фокусов. Бенни, люди! Тихо! Хотят нас всех положить, а? Следите! Бог, что тут произошло? Не надо было лезть! Эй, вернись! Тебе не спасти! Пап!
попал. Есть. Благодарю. Не знаю, в каком-то отряде, но спасибо. Беги к стенам. Нужно остановить эти убийства. Тамиси. Ну и бой. Встань. А с трупами что? Чёрт. Да, забор. Странно. Ну и чего мы ждем? Предатели вокруг. Расфуфыренные, ишь. Явно не на воде с хлебом росли. Что ж, у меня дел хватает. Les rues sont chaque jour plus dangereuses. Des corps dans les rues. Mais où va le monde ? Держим строй! Убить их! Защищать пленников! Смерть предателям! Оттеснить их! Да здравствует революция! Стоим! Не отступать! Убить все! А так, так рыть! Прости, друг! Пора. Тебе как пора! Страх. Я капитан! Гори в аду! Отлично! Одним поганым псом меньше! Ну, еще кто? Кто-то там есть! Он на крыше!
Молодец. Вперед, наверх. Глянь, комендант, к тебе брат пришел. Что за черт? За ним, стой! Если вам приказано выгнать нас, знайте, вам придется применить силу, ибо добровольно мы отсюда не уйдем! Командовать — это управлять. А управлять — это править. В том-то и самая суть проблемы. Мирабо? Какое убожество. Да? Франция заслужила лучшего. Что-что? Люксембургский дворец. Рой, заканчивайте, пора. Я умею разговаривать. Отлично, капитан. Мари. Цены на зерно взлетели, великий магистр. Агенты будут направлять поставки в наши порты. Они ждут вашей команды. Слава, голод и ярость вынудят увидеть владык в истинном свете, но не сразу. На это нужен минимум год, великий магистр, а то и два. Быстрее! Ты покончишь! Там долго не продержится! Ты просто растворился в воздухе? Ну, куда? Вернись и бейся! Всю жизнь убегаешь! Думал, бежишь к бабке, но бордель в другой стороне! Ha ha ha!
Эй, сюда! Вижу тебя! Ты на месте стоишь! Сошли! Надо их догонять. Правый борт!
Сюда! Эй, отвязывай! Капитан? Все в порядке? Да, мадам. Приказы у вас? Вот они. Вижу. И проследите, чтобы один из мешков обязательно порвался. Да, мадам. Работать!
Ты заплатишь, брат! Похоже, он тебе... Умри! Надо выйти. Я знал! Не попадитесь на уловку! Люксембургский дворец. И что же вы задумали? Arnaud.
Дел. Али, привет, киса. Что ты делаешь? Вы видели? Он вошел и... Вор! Спасите! Меня обокрали! Где гвардейцы? Pourquoi autant d'agitation? Bonjour à vous, monsieur. Je ne peux pas, Marlène. C'est lui, j'en suis sûre.